Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Dark Riddle 2. Мы продолжаем, наконец-таки, проходить. После прошлой части прошло уже дофига времени, тут это глава Новый год уже настал, и вот, в принципе, мы только сейчас продолжаем. Прошлые три уровня мы уже прошли, но я вам обещал то, что мы пройдем третий уровень получше, так как я там вроде приноровился, у меня неплохо получалось. Сейчас, короче, попробуем, посмотрим. Вот, ну и потом еще четвертый и пятый уровень тоже да пройдем. Они, не знаю, насколько сложные, конечно, но посмотрим. Так, это наш главный перс. Ну, я уже, честно говоря, вообще ничего не помню, поэтому даже начальную сценку посмотрим. Так. Ага. Окей. Ну, вроде как я... попал? А, это я ни разу не попал. Ага, все, вспомнил. Все, короче, сейчас пойдет дело, я думаю. Так, давай сюда. Управлять очень сложно, я вам скажу. Опа, блин. Блин, вот сюда надо было дофига закинуть. Ух, ё-моё. Ё-моё. Это я все сделал? Обалдеть, мы позакидывали сюда прям смачно. Блин, тут я проехал случайно. Блинский. Ах. Ну, мы могли на 3 вполне пройти. Здесь немножко сложно с управлением. Но сейчас я буду сам управлять, посмотрим. Надеюсь, получится. Так, а куда тут-то закидывать? А вот где мы и профукиваем все наше время. М-да. Тут вообще же некуда закидывать. Ладно, сейчас, короче, целимся заранее. Уже можно вот сюда закидывать. Давай, давай, давай. Ух ты, нифига. Ну, до туда я уже не докидываю. Вот здесь могу. Да блин, ни разу не попал. Что такое-то? Тут столько много, а я, блин, вообще не там фокусируюсь. Есть. Так. Ага, есть. Давай, давай, давай. Мы точно на 2 должны пройти. Ну, ё-моё. Так, давай сюда. О, здесь вообще можно много закинуть. Так, есть. На 2 мы точно прошли. Хоба. На, по башке. Подарок стыбзели. Не, можно было даже на 3. Ну, я вам говорил, мы вообще легко приноровились. Типа, сейчас я... прям супер-супер классно прошел. Прям не на 3 звезды, но можно было и на 3. Просто я немножко тупил. Так, ну что, поехали. Четвертый уровень. Тут у нас что-то с электричеством это делает, гаденыш. Ага. Все, гирлянды не работают. Везде свет вырублен. Починить гирлянды всем жителям города. Окей. Так, починить электрощиток у Брэнси. Это нужно каждому по отдельности ходить. Опа. Вот. Это прям вообще что-то не кайф. Он прям стоит возле этого. А у меня что есть в инвентаре? Абсолютно ничего. Спасибо. Так, а можно у тебя... Ой-ой-ой. Ах, вы гады. Так, ох ты ж... Ё-мо, меня еще и поймали и заморозили. Ёк-макарёк. А я и не уйду еще отсюда. Балдеж. Не, все-таки ухожу. Валим, валим. Ну, жесть, короче, меня там окружили. Снеговики это очень опасная штука. С ними нужно быть поаккуратнее. Хоба. Ох, это я помню. Такую штучку мы уже проходили. Что-то наподобие такого, да? Ты победил? Отлично. Умадамагаты. Да ё-моё, этот гаденыш по мне стреляет тут. Камеры тут. Все тут. Да что ж ты будешь делать-то? Вот. Фух, пришли. Так, здесь как мы будем? Вот сюда. Ага. Здесь разворачиваем. Ну все. Тоже сделали. У Мэри. Ах ты. Сегодня придется мне жестко откупаться. Они прям меня уничтожают. У Мэри, у Мэри, у Мэри. У нее... на другой стороне, да? Да вы достали меня. Ой, там сосед танцует. Блинский. Офигеть, они меня просто уничтожают. Так, сюда. Ой, вообще было легко. Так, теперь уходим, чтобы меня не заморозили. Так, здоровки. У тебя где щиток? Ой, лучше скажите мне сразу, а то меня сейчас завалят здесь. Хоба. А, туда мне нельзя перепрыгнуть даже. Сосед все как будто бы бежит и бежит за мной. Да ё-моё, а он реально бежит за мной. Так, хух, успел.
Так, но он меня не ловит, пока я тут чиню. Так что это хорошо, я победил. Мистер Цао. Ах, уже третий раз откупаемся. Ё-моё. Да уж. Тяжеловато. У полисмена нет дома, поэтому, скорее всего, мистер Цао будет последний. Так. Есть. Сюда разворачиваем. Ух ты, а тут какая-то путаница у нас немного. Здесь подольше будет. Есть. В кладовой соседа. Да. У полисмена дома нет, но у соседа есть дом, поэтому к нему надо еще будет заглянуть. Так, ну туда, к нему мы пойдем по-хитрому. Вот отсюда. Есть. Кладовая соседа, где же она находится? А она случаем не под лестницей у соседа? Там. Все правильно. Окей, просто там подвал как бы в первой части, а тут по-другому. А у соседа мы наоборот выключили. Ой-ой-ой-ой. Все, ему испортили. Ну, на одну звезду только прошел, к сожалению. На больше не смог. Но меня прям со всех сторон атаковали эти снеговики. И сам сосед тоже. Ну, там вообще жизнь полная была. Так. Ага. Нифига, поставил тут кресло такое удобное. Недоволен то, что люди празднуют, подарки притащили или что? Ух ты, спасти елку от дрона со взрывчаткой. А чем мне их надо? Возьми коробку, кинь в дронов и забери бомбы. Так. Идите сюда. На. Бомбу. 5 секунд. Стыбзили. Одна есть. Ух ты. Вот оно как. Окей, давайте дальше. Но потом эти дроны становятся вообще полностью добренькими, да? Чуть нифига не добренькими. Так. Байда, это на меня разозлилась. Сосед танцует там. Что мне тут написано-то? 5 бомб. Ух ты. Ну, это жестко. Ладно, придется, что. У соседа танцы до сих пор. Ух ты. Чего? Соседа на 10 секунд отрубаем. Эту ерунду отрубаем тоже. Так, после этого соседу еще по башке можно треснуть, чтобы он меня точно не поймал. И продолжаем поиски. Вон он, вон. Не, смотри-ка, на 3... А, чё? Это не дрон снеговичковский. Это что другое. На. А ты пуст уже. Так. Этот тоже пустой. Ты чё тебе? Куда ты на меня все? Гуляй, Вася. А сколько я собрал? 3 только? Да ладно. Чё-то вообще мало. А где же они летают-то еще? А вот! Один, да? Один есть, хорошо. Есть. Но там все равно все не так просто будет. Я на 3 звезды уже точно не пройду, потому что мне еще одного нужно найти. Я понятия не имею, где он. Но, скорее всего, во дворе у соседа. А во-вторых, там эти бомбы надо будет куда-то перетащить. Ну вот стопудняк, мне кажется. Так. Да, я правильно. Или. Ты пустой. Стыбзили, что ли, у него уже мы? Погодь-ка. Действительно. Верно, верно. Уже у него забрали. Ну где что-то последний? Гирлянда, кстати, вообще обалденно выглядит у соседа дома. Так, хоть он и злой, но украсил тут все. Так, здорово. По голове на тебе. Вот этот, что ли? Кто-то залетел, ты только что же был. Они сквозь стены летают. Офигеть. Нормально придумали. Так, у того тоже нет. Я не могу найти последнего. Где же он? Какая у него территория-то тут занята им? Ты что ли? Сюда-ка. Нашел! Хоба. Есть. Погодь-ка. По-моему, на меня нагнать хотят. Ах ты, блинский. Чё за... Получай. Забираем уже. Да забирай ты. Фух, успел.
Блин, ну уже на две звезды я тоже не успею. И бомбы реально нужно все-таки перетащить, как я и думал. Ладно, погнали по фасту. На кресло вон то. Верхний. Туда еще забраться надо, ё-моё. Не все так просто. Так. Подобрать нужно какой-то предмет, потому что там надо будет стекло разбивать. Чуть никакой предмет не могу подобрать. Придется саму бомбу, что ли, бросать. Ну ладно, надеюсь, она не взорвется. А, нет, подожди, вот это вот верхнее стекло же нужно только разбивать. И то его даже не нужно разбивать. Так. А, все просто бросить? А, понял, давай. Ну это капец, конечно, долго. Есть, есть. И есть. А, вот сейчас точно есть. Готово. Ох, сейчас будет кому-то бум-бум полный. 5, 4, 3, 2, 1. Бам! Улетел на луну соседушка. Ну все, вроде как прошли. Что, далее у нас уже не будет. Мы получаем подарок. Давайте посмотрим, что мне из него выпадет. Зеленый лесник. Ну, не супер крутой скин, но все-таки неплохо. Бесплатно же. Вот, в общем-то, ребятки, эту главу мы допрошли, Новый год. Единственный уровень, который я 100% бы смог пройти на 3 звезды, это подарок заказывали, потому что я там прям хорошо приноровился. Остальные, ну, не знаю. Очень долго искал снеговиков этих летающих в последнем уровне. Сломанные гирлянды, ну, тоже, наверное, можно, но там я тоже как-то медленно бегал, меня снеговики атаковали со всех сторон. Везде нужно использовать, наверное, отбивающиеся предметы, типа коробки, как я бросал в последнем уровне. Вообще удобно. Пока что на этом все. Не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и пока-пока.